Здравствуйте. Сегодня среда, 8 июня. В эфире новости от Maxi Markets. Наш официальный партнер – информационное агентство «Банкир.ру». В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных новостях. К этому часу в экономической статистике среды Япония опубликовала сальдо счета текущих операций за май, изменение объема банковского кредитования, а также индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за июнь. В Великобритании вышел июньский индекс розничных цен. В ходе европейской сессии Банк Англии представит протокол последнего заседания по вопросам кредитно-денежной политики. Бюджет 2015 года, а Великобритания опубликует июньский индекс цен на жилье. В Канаде выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство. А в американской статистике будут опубликованы протокол последнего заседания ФРС США, июльский индекс ипотечного кредитования, объем потребительского кредитования, а также данные по запасам бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики США. Курс евро на вчерашних торгах в преддверии очередного саммита стран еврозоны по ситуации в Греции вновь возобновил снижение. Заседание в Брюсселе должно было начаться в 19 часов, но уже с самого утра давление на евро начало усиливаться. На рынок поступило сообщение о том, что, несмотря на установленный с прошлой недели контроль над движением капитала, греческим банкам не хватает наличности. Кроме того, лидеры Евросоюза ожидали от греческого правительства новый план экономических реформ, который ранее был согласован премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако греческая сторона не представила для обсуждения на саммите ни новый план экономических реформ, ни какие-либо новые предложения. Более того, во время переговоров Меркель и Оланда по оказанию помощи Греции Алексис Ципрас провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалось дальнейшее направление сотрудничества между странами. Для международных кредиторов это выглядело как попытка оказать давление на европейские учреждения и заставить их ослабить требования по плану греческих реформ. В результате заседание министров финансов еврозоны закончилось ничем. Соглашение достигнуто не было, а новая встреча состоится теперь в воскресенье 12 июля. Саммит вновь выразил надежду, что накануне заседания в пятницу утром греческое правительство предложит детальный план реформ, а также предупредило, что для Греции это последняя возможность решения ее долговых и финансовых проблем. Евро на этом довольно мрачном фоне стремительно пошел вниз и к началу американской сессии протестировал новый четырехнедельный минимум на отметке 1.0916. При этом рынок все еще сохраняет надежду на позитивное решение сложившейся ситуации и готов покупать евро. Быки вчера продемонстрировали попытку восстановить позиции единой валюты и оказались успешны. На исходе торгов евро-доллар зафиксировал вершину отката на ценовом уровне 1.1051, вблизи которого и завершил американскую сессию. В нашем прогнозе на среду предполагаем возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1034, 1.1070, 1.1112 и 1.1155. Первое Форекс-телевидение. С 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Maxi Markets TV. Зарабатывай на новостях. После того, как быкам по фунту не удалось на вчерашних торгах преодолеть сопротивление продавцов по уровню недельного разворота 1.5636 и начать восстановление пары, покупатели британской валюты совершенно пали духом и на фоне растущего доллара начали массово закрывать позиции на покупку. Даже сильные данные по объему промышленного производства, опубликованные в Великобритании, не смогли изменить негативный настрой покупателей. К тому же в обрабатывающей промышленности страны, как показали статистические данные, произошел неожиданный спад, после чего ликвидация лонгов приобрела еще более агрессивный характер. В результате курс пары от азиатского максимума 1.5604 устремился вниз и, пройдя на снижение около 200 пунктов, протестировал ценовой уровень 1.5412. Теперь ценовая динамика пары явно изменила техническую картину и показала на снижении слом линии тренда и медвежье поглощение на дневном графике, что резко усиливает риски дальнейшего нисходящего движения. Стоит отметить при этом, что факторами давления на фунт в последние дни стали также рост беспокойства инвесторов относительно возможных последствий греческого кризиса в еврозоне и позиция Банка Англии накануне завтрашнего заседания по ставкам.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение текущей нисходящей коррекции пары в ценовой зоне 1.5420-1.5380, а затем новый рост курса британской валюты к целевым уровням 1.5470-1.5550-1.5570 и, возможно, к ключевому уровню сопротивления 1.56. Кризис в Греции и прошедший референдум по существу не оказали золоту никакой поддержки, несмотря на рост волатильности на финансовых рынках и увеличение в инвестициях доли защитных активов. Это явно свидетельствует о том, что основной интерес инвесторов среди активов зоны безопасности вызывает американская валюта, поддерживаемая перспективами скорого повышения процентной ставки. Кроме того, спрос на золото сейчас весьма невысок и среди мировых потребителей металла. Так, например, на внутреннем рынке Индии цены на металл на 8-15 долларов ниже, чем на мировом рынке. Это продолжает оказывать давление на драгоценные металлы, и на вчерашних торгах котировки золота вновь возобновили снижение. От цены дневного открытия 1169 долларов 50 центов за унцию курс золота к началу американской сессии протестировал уровень 1148 долларов, а затем завершил торговлю незначительным откатом, зафиксировав закрытие торгов на отметке 1154 доллара 58 центов за унцию. По итогам вчерашнего дня ближайшее краткосрочное сопротивление для золота находится на ценовом уровне 1162 доллара. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1165, 1170 и 1176 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на предыдущем локальном минимуме – 1148 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1143, 1140 и ниже в направлении уровня 1132 доллара за унцию. В нашем прогнозе на среду предполагаем завершение текущего снижения золота в ценовой зоне 1143 доллара, 1140 долларов, а затем разворот и возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления. Серебро на вчерашних торгах продемонстрировало аналогичную динамику, существенно изменив положение металла относительно его уровней сопротивления и поддержки. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит сейчас по уровню дневного разворота – 15 долларов 15 центов за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше – к ценовым уровням 15 долларов 25 центов, 15 долларов 50 центов и 15 долларов 74 цента за унцию. Ближайшая поддержка для серебра также расположилась на его предыдущем локальном минимуме – 14 долларов 67 центов. Если котировки преодолеют, ее снижение продолжится далее к следующим целям – 14 долларов 54 цента, 14 долларов 35 центов и 14 долларов ровно за унцию. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем завершение текущего снижения серебра в ценовой зоне 14 долларов 55 центов, 14 долларов 35 центов, а затем разворот и возобновление роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления. Информационный видеоканал Maxi Markets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.